Матч без зрителей и без очков. Такой стала для регбистов Красного Яра первая игра сезона. Команда встречалась в ВВА под Москвой. Помимо того, что красноярцы из-за ковидных ограничений не лишились поддержки болельщиков, матч еще и пришлось задержать из-за ливня. Соперники вышли на мокрое поле, которое стало причиной многочисленных ошибок. Хозяева начали игру активно и вышли вперед, но вскоре главная звезда гостей Лейтин Экстин помог своей команде вырваться вперед. У нападающего в этот вечер получалось практически все. А вот красноярцы начали испытывать кадровые проблемы. Из-за травм с поля ушли три игрока стартового состава. В итоге матч закончился со счетом 18-26 в пользу ВВА Подмосковья. Это первая игра здесь. Очень сложно сказать, в каком компоненте нужно прибавить, потому что работы еще достаточно. Тоже сохранение мяча – это самое главное. Есть мяч, есть игра. То есть вот погода, конечно, тоже внесла коррективы, что много мячей терялись. Было много схваток из-за этого. И приходилось как раз много тяжелой работы выполнять.